Школы, детские сады и спортивные залы. В мэрии состоялись публичные слушания по утверждению программы комплексного развития социальной инфраструктуры. Особенно город нуждается в учреждениях образования, школах и детских садах. Программа рассчитана до 2025 года. Для равномерного развития социальной инфраструктуры, муниципального образования в сфере образования и поддержки необходимого уровня обеспеченности населения образовательными услугами существует потребность проектирования 11 объектов образования и строительства 12 объектов. На 2018-2019 годы запланировано строительство школы на 350 мест по улице Генерала Хлебникова и детского сада на 240 мест в микрорайоне Рождественском. Отдельно обсудили спортивные объекты. Необходима реконструкция старых залов и строительство новых. В том числе внимание планируют уделить Творцу игровых видов спорта. Общий прогнозируемый объем финансирования – более 5 миллиардов рублей. Однако финансирование программы напрямую зависит от возможности финансирования мероприятий за счет средств в бюджетах разных уровней – федерального, областного и городского. Носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. На культурные учреждения средств пойдет немного меньше. Восстановление ДК «Меланжист» проектом пока не предусмотрено. Теперь программа отправится на обсуждение в городскую думу. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.